руку. Как ее, где ее можно ограничить? Можно здесь ограничить, видите? И не так это нужно много и силы, и энергии. Вот. Можно здесь ограничить ее, его силу. Понимаете? Можно, поднимай руку. Можно просто вот руку вот так подвести к телу, видите? Да, говори, что? Неудобно. Да. То есть, как вам вот это все передать? Как вам передать? Что не так много нужно силы применять, да? Вот. Если вы знаете и чувствуете движение другого человека. Поэтому нужно идти всегда от себя. Изучайте себя. Повторите вот то, что мы делали на вчерашнем задании, да? Там самое важное, что вы должны получить спокойствие и перейти как бы в другое измерение, мир внутри вас. И поэтому вы несете этот мир. Застрял ты так в пространстве. Комментируй свои эти слова. Застрял, как бы завис, вот так сказать. Ну, некуда руку сунуть больше, да? Да, да, да. Движение остановилось, нет движения. Да. То есть, видишь, от вашего даже положения руки, положения пальца, много чего будет значить, если вы будете, ну, исходить как бы от себя. Понимаете? Ну, есть как бы такие опасные для человека, да, места, где у него приходит там чувство страха. Вот. И поэтому, ну как вам все это рассказать, что спокойствие должно быть, понимаете? И не надо, вот само мастерство же всегда, это не в скорости. Побежать там, разбежаться, вот. А в том, что вы знаете, что вы делаете. Он ищет вас, человек, точку опоры, например. Можно так говорить. Ну, дайте ему эту опору. Сам себя толкает, получается. Ну да. Если... Видите, я вижу, как он движется, и, ну, ставлю препятствие, даю ему точку опоры в тех местах, куда, ну, куда ему можно дать эту опору. Но, например, вот он идет, да, и выносит центр тяжести. И еще не перевел, а вы дали уже точку опоры и направление. И все, не так много нужно. Michael's really directed my attack into myself, and I am just following my personal energy where it goes. Michael's movements are absolutely calm, quiet, confident, determined, invisible, and I'm not feeling any aggression, any attack coming from Michael. I'm attacking with more energy. I'm putting into my attack more energy is returned to me by Michael's soft and calm, absolutely confident movements. He doesn't make many movements, there's only one or two, and I'm following the next energy which was directed to him, but then coming to me. Для тех, кто хочет не только смотреть ролики, но и научиться, мы подготовили полноценный курс занятий. Переходите по ссылке под видео на наш сайт, чтобы подробнее ознакомиться с содержанием курса и записаться.